идет подготовка. Здесь, а здесь вообще ничего не видно. Да. И поэтому интрига. Вы меня не видите, но я не вижу вас. Именно поэтому мы снимем сегодня видео про клубных пацанов. Для того, чтобы быть модным парнем, недостаточно быть просто хорошим человеком. Ты должен быть клубным парнем. Ты должен любить клубную музыку. Ты должен ходить в клубы. Но мы не простые клубные парни, мы клубные парни, которые написали эту музыку, под которую пойдут в свой собственный клуб. Для этого нам понадобилась программа Fruity Loops Studio, в которой мы, в принципе, быстренько сварганили трек. Замечательный трек, который вы все услышите. Ну, собственно, подытожим. Клубный парень номер один. Клубный парень номер два. Клубный трек номер три. Видеокамера и клуб. Поехали, поехали, быстрее поехали. Поехали. Oh, are you here to move? Одна лишняя шума получилась. Давай, вообще! Прикинь, если бы у нас была бы профессиональная студия, все белый экран, освещение, мы бы так поколбасились. Хромакей. Можно было бы, да, просто белый даже, как у клипа Мадонны. У нас бы вообще с руками бы оторвали какой-нибудь клип. Да. Еще и трек авторский. Да. Ну, знаешь, как в клипах такую маленькую, горизонтальную, так, знаешь, типа, на стене, уезжает. Сейчас мы посмотрим, как Максим Михайлов делает свой трек. Человек первый раз работает во Fruity Loops. Итак, Максим, да. Расскажите сначала немножечко о вашем треке, а потом уже мы его послушаем. Знаете, я писал этот трек годами, но если бы не Анатолий, который сейчас держит в руке камеру и запечатлевает меня в этот памятный момент, у меня бы ничего не получилось. Наш трек охренительный. А что ты записываешь? Ну а почему не записываешь? Да ладно тебе! Да ладно!
Ну давай же тогда посмотрим. Ну, да и соответственно. Странная пара, все меня хотят, каждый из них. Похлопаем друг другу. Мы это все снимаем.